Всем ку! Продолжаем проходить Fallout. Короче, план такой. Возвращаемся в Санчкуаре. Потихонечку, помаленечку продвигаемся. Урод. Ой, короче, немножко изменил вебку, а то я смотрю, бля, я вот обрезанный вот такой вот. Оружие. Струджец. Давай обменяем снаряжением. Да не, мне не надо. Так, стопе. Стой сюда, иди сюда. Эй, обмен. Так, точно хлам. Точно. Ну ладно, у тебя там есть какие-то свои приколы. Лазерный карабин пусть у тебя будет. Это надо починить ему, типа. Ща починим. Так, весь хлам. Yes. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У вас слишком много, я в курсе. Так, все. Выходим. Я найду. Ой, нет. Так, сохранить весь хлам и ненужную мне фигню. Забирай, забирай, забирай. Это тоже забирай. Это тоже. Один, да. Оставь, забирай. Забирай, забирай. Блин, ну не знаю. Вряд ли он как прям снайперка будет работать. Так, это тоже можно отдать. Ну и все. И что у меня остается? Вообще фигня какая-то. Ну да ладно. Стой. Что еще? Так. А, я знаю. Надо ему сказать это. Говорить. У меня для тебя есть новая работа. Наши разведчики нашли подходящее место для строительства поселения. Как зачистить это место, поставь радиомаячок, чтобы оповестить поселенцев. Глядишь, скоро посреди безлюдной пустыни возникнет новая ферма. Вот так вот шаг за шагом, и мы вернем себе содружество. Мы сообщили, что еще одному поселению требуется помощь. Я отмечу это место на карте. Нам нужно набрать как можно больше сторонников. Так что постарайся. Что нужно? Выйти из силовой брони. Shooting. Так. Как мне ее теперь починить? Войти. Да, если я... Если... Ай, подожди. Где он? Престон, стой. Так, левая и правая. Я могу так воспользоваться? Сейчас. Это надо подвинуть тот. Так. Это надо подвинуть тот. А, подожди, вот, все, не, я могу так починить. Чинить. Чинить. Выйти. Во. Теперь в эту. Вставляем так. И все. И говорим Престону Гарри. Использую силовую броню. Пошел. Не идеал, конечно, не идеал. Все, красавчик. Так, окей. Что у нас по ресурсам тут? Арбузы, арбузы. Блин, миллион воды. Короче, можно теперь водой торговать. Возьмем немного. Хотя можно взять так. Че, где у нас тут?
Что по поселенцам, кстати? Было 6. Так и стал поврежден производственный объект. Чтобы производить, необходимо провести ремонт поврежденного объекта. А какой? Что именно? Производственный объект. А что именно? Все работает. О, так не надо. 90. Не знаю, вроде все работает. Что-то нам врут. Ой, фу, фонари. Кстати, их надо разобрать, что там много полезного, что дает. Ты что-то хотела? Куда ты побежала? Так, сделать еще защиту, что ли? Я из защиты такого интересного хочу сделать... почему я не могу тыкать? Вы же минитмены. For saying that. Keep up the good work. Here, I want you to have this. I hope you can find a use for it. Every little bit helps. We'll be sure to put this to good use. Что она тебе дала? What do you need? О, стимулятор. Сюда. Мою. Так. Окей. Ты чем-то занят, чел? Вообще, в принципе. О, нет назначения. Может, тебя поставить на сторожевую вышку? Люк. Так, нет, подожди. А у меня какая-то крутая турель есть? А, фанатик оружия нужен. Так, ну давай-ка такую еще турельку тут поставим. Что на всякий случай на нас рейдеры не охотились. Пусть будет 30. Так-то вот такую крутую лазерную турель хочется. Нужна наука. Прожектор. А нафиг он нужен? Можно лазерную турель взять. Турель с крупнокалибрным пулеметом. Фанатик оружия. Можно, кстати, это сейчас прокачать, когда уровень апнем. Ну, пока... Пока что все. А этот антирадиновую штуку я могу сделать? Не, она там. О, ура! Наконец-то. Оптическое волокно. Значит, надо было бы где-нибудь тут рядом это делать. Ну ладно, я потом сюда сделаю этот. Хотя не, подожди, надо там ставить. Тут нахрена я вот тут пусть что-то будет, дом какой-нибудь, не знаю, построю дом. А все полезные штуки надо рядом делать. Пусть оно вот все рядом будет здесь. Пусть оно будет как-нибудь так. Хотя вот здесь тоже было бы неплохо. Так, подожди. Генератор. Как-нибудь красиво вот так бам, бам, бам. Необходимо 2. О! Какой кайф! Ой, тупо кайф. Все. Все. И все, антирадин можно все продавать смело. Быстрая причина недоступна, если вы прыгаете в меню. Так, окей.
Мне кажется, я слишком много оружия не взял. Так, оружие. Блин, а чё ж хорошее? 10, 34. Давай. 45. Это что, дробовик? О, мин. Крышка мина. О, забираю. О, осколочные мины. Двенадцать. 34. Хламомет точно нет. Ну ладно. Так, очищенная вода где у нас там? Не знаю, прям отказываться от антирадина я не буду. Типа там 2-3 штуки носить буду с собой. Пизду лизать я не буду. Бля, чё я схавал? Ладно. Ну, мы отправляемся в сторону Diamond City. У нас есть... У нас есть костюмчик и много ядерных блоков. И достаточно много денег. Вот так вот. Карта. Кому на солнечные приливы? О май гад, был. Попкорн. Это какой-то новый, что ли? Или это тот? Тот сырный? Ну, вкусно. Ну, вкусно. Попкорн. А, ну, вкусно. Кафе студенческого городка. Let's go. Каждый спутник что-то любит, а что-то ненавидит. Если ваши спутники тяжело ранены. Ой, все, вы с этой херью ходили. Так, окей. Окей. М. Давайте куда-нибудь в эту сторону пойдем. Это где? О, вижу. О, кайф. Давно я в броне не ходил. Ну, взял броню, чтобы хотя бы защищаться можно было. Ой-ой. 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 Предметы, оружие. Сак. Да. Да. Ой-ой-ой, вот это я ультра слабый. Кракуны! А, так я без брони бы сейчас сдох уже. За что меня? Что я вам сделал, ребята? Так, где у нас очищенная вода? Не. Не. Да, убегают еще от меня. Нечестно. Не. Да как попасть? Ура. Так, мясо дутня хотя бы будет у нас теперь. Да. Странно, что у них крылья не ломаются. Да. Да. Сюда. Этого Престона заживали. Харкали. О. Так, ну ватс полезно так-то. О, сюда. Ready, steady, go. Где? Не вижу. А вон он. Т.
Так, что мы там взяли? Ну давай. Проверим. Бам. Ага, хорошо. Ого. Что, каждый раз перезаряжаться? Ну я и хренотень взял. Окей, найс. F5. Спасибо, что... Бля! Та за шу. Опять эти взрывы. Так, что это? Закрыто на засов. Значит, можно войти. О, это лечебница. А! Больница Кэндл. А! Блять, Престон. Мясо брамина. Где лечебница? Как войти-то? О, больница Кэндл. Так, это же что-то значит, блин. Воу! What the fuck? Кажется, кто-то есть. О! Легендарный дикий гуль. Откуда они взялись? Да. Да. О, горю. О! Умри! Где ты? Падла. А где этот легендарный? О, наконец-то. А где легендарный? Дикий. О, легендарный. Кожаная броня. Уменьшение урона при блоке или ускорении. Вау. Спасибо. Ура, я выжил. Так, пойдем лутать больницу Кэндл. Ну, судя по тому, что на нас уже напали гули, скорее внутри... Так, оружие я взял, конечно, дреснявое. Даже это будет лучше. Так, нема. Привет. Всем привет. О. Ратикс. Вроде все. А у нас еще должен быть засов. What? Рейдеры? Требуется терминал. Крышка мина. Так, раз нашли крышку мину, нажмем F5. Ой-ой. Прям... Йоу! Йоу! Йоу, бра! Поднос... Не-не-не, уходим. Подожди. Давай попробуем с терминала. Так, фоул. Хэнд. Пуц. Ратя. Блин, я же что-то находил. А, я находил взлом турели и взлом... Крейзи рейдеры. Мани. О, найс. Станционную управляю дверью. Открыть дверь. Ну погнали, F5. What? Fucking hide from
впервые такое. Раньше я такого не видел. Дайте. По одному папаше. Ну, они слабые. Там слабые рейдеры. О. Что? Давай проверим наш прицел. Ну, хоть разочек. Нужно отработать. Так, забираю. Все у тебя забираю. Папки тоже забираю. О, бафаут. Правда, не помню, о, винт. Винт норм темы. Я помню, что можно было их накопить много неожиданно. Все продадим. Письменный стол, потрепанный планшет. Пока что ничего. Давай. Ну попади. Хорошо. Разочек, еще один. Вот такие мне нравятся данжи. Не то что с этими гнусами. Так, еще мы здесь должны, обязаны найти какой-нибудь журнальчик. Ну или этот. Как он называется? Сейф. Ну, хоть что-нибудь. О, робот. Ну, он нам не нужен. Типа... Подожди, вот... Я могу взламывать их, да? Прайм протектор. Неактивный, стандартный режим управления, робот. Охрана порядка, пожарный, медик скорой помощи, строитель. Давайте пожарного сделаем. Интересно, он нападет? Включение протектора заступает на службу. Так, он пойдет тушить завалы. Ну, Прайсон, давай. Ну, пацаны. Интересно, он пойдет тушить это? Турель с пулеметом Б1. А! Подожди, за что? Вали их. Почему он? Я хотел с тобой дружить. Или он, это, типа, брат за брата? Ну, отстань от меня. А, ну он вроде слабый. Не меня. Не меня. Fucking shit. Турель чё, всё горит? Ну, агенты подземки. Молоточек, пачка сигарет. Можно зажженную сигу взять. Так, окей. Идем лутать. Терминал возврата книг. Вау. Как полезно. Ну, что здесь произошло? Все. Так, это не сейф. Кстати, мины могут быть F5.
в 5 мины. Так, тут ничего полезного. О, турелька. Да, агенты подземки, конечно. Печальные люди. Так, че... О, уже тяжело. Престон, помогай. Окей. Окей. Все равно так не должно быть так настолько тяжело. А, понял. Окей. Так, у нас есть лифт. О. Синты? Они должны быть тут. Так, ну кажется, здесь все. Там я был, да? Я же там был. Так, ну да. Не знаю. Я стараюсь быть очень внимательным. Ну, вроде... А, подожди. Не-не-не. Точно все. Ну, погнали куда-то. Подъем правильным лифтом. Максируйте. Подъем. Да, наверху должен быть босс. А там и все плюшки. F5. Сюда. Я прям боевой нож. Крышка. Что-то они как будто все сбежали отсюда. Так, ты мертв. Не гуди. Ай, сколько поворотов туды-сюды. Так, остались как будто только турели. Алюминиевый. Синты мертвые. Картина. О. Че тут произошло? Страшно. Ебать вас тут! У вас нет шансов попасть в эту цель? А что ты на это скажешь? Воу! Бля, там собака еще. Где? Надо вообще назад будет сходить. Ой. Все? А! Где ты? Не надо, дядя! Так, вроде живем. Где он? Так, минус один. О, он сам себя взорвал. Он идиот. Попади, давай. Ну, почти. Так, я вообще хочу назад вернуться. Как будто я здесь не все залутал. Ага.
А вот он, нашел. Кики? Скики? О, пистолетик. Я понимаю, что у тебя на это сейчас свои соображения, но это же просто хлам. Это мой хлам. It's my! Ну чё, кто здесь еще? Так, ладно, вроде все сделали в, это, в этом куске. Это огромное место, конечно. Где ты? Так, я тебя пока не вижу. Кексы, кастет. Короткий штурмовой карабин. Возможно, вот это неплохая пушка. А! Патроны закончились. Вот сейчас мы и проверим эту штуку. О! Да, это оно. Че, все что ли? Так, патроны, пусковая установка, тесак. Все, да. Свинцовый стояк. Винты забираем, копим. Так, а надо ли вниз или вверх? Короче, ходим, пока что-нибудь не найдем. Это все не то. Должен быть или сундук. Ну или хотя бы этот. Как он называется? Журнальчик. Или сейф. О, крышки. Дверь какая. О, блин, хорошая пушка, реально. Так, вот у нас есть какая-то дверь. Блаженство. Всем ку. Во. Это они так говорят, я повторяю. Так, слышу турель. Пока. Подносы полезно. О, она повернуться может. Неожиданно. Я думал, все. Так, кипаут, кипаут. Блин, ничего вкусного полезного. Так, Престон, ты же там еще это в силах. Скажи, что да. Скажи, что да. Так, о, я тут был? А, я просто обошел это место. Так, мне как будто повыше надо. Ё-моё. Так, я точно, я вот это все зл... Я был тут. Я был тут. Такой прошел сюда. Все, такой кип-аут. А вот ниже. Так. О!
Так, это был проход пониже. Деньги, деньги, дребеденьги. Окей, я тут не был. Престон! Иди ко мне. Вин, психо. Блин, у них даже лучше стеллажи. Вот такой стеллаж здоровый, блин. Настя, ну он же реально крутой. Да, немножко ржавый. Ну ничего. Так, где Престон? Мне нужен Престон. Подождите, тупик. Куда еще-то? О, привет. Да, подержи. Так, выкидной нож, выкидной нож. Вот это да. Это хорошая штука. Все. Престон тоже на исходе. А, о. О, найс. F5. Ну. Ну, блядь, откуда он тут взялся? Так, оружие. Где там мои мины? Нихуя не нанесу урону! Ноль дэмиджа! Ракетная установка. Ой-ой. Гаврик. Ой, нет. Где моя очищенная вода? Ну, я его убил. Ой. Так, просто берем, делаем так. Крышка мина. Все, умри. О, боже. Где мои крышечки? О, их можно подобрать. О, прикол. О май гад. Сюда. Что он тут охранял? Крышка рубильника. Что-то запустилось. Да, челы, ну вы, конечно, даете. Вы где поселились? Вы где поселились? Так, агент подземки. О, ноу. Подожди. Надо что-то скинуть. Так, я от ящера этого залутал, древнего. Да. Кнопка. О. Бутылка коктейля, осколочная мина. Так, никаких полезных штук нет. Потрепанный планшет не очень полезен. Так, 14... О, штыковая настройка. О, снайперская винтовка, беру. Так, а что выкинуть?
О, ломики, идите нафиг. О, кстати, шахтерская каска полезная штука. Да ёпрысы-то. Ёпрысы-ты. Вот тесак. Свинцовый стояк тоже. Бесполезно все. Так. О, подожди, какой Кембридж? Нет! Это что, реально все что ли было? Нам даже не дали никакой... И весь попкорн сейчас. Нам даже не дали никакого... более интересного лута? Че, реально все? Подожди. Ну, дали ядерный блок. Окей. Окей. Ну, это мало. Я рассчитываю на журнальчик какой-нибудь. Вот тут вот идеально лежит журнальчик. Почему его сюда не положили? Так, это фигня. У вас даже тут босс качалки был. Коготь смерти. Ну вот он когда такой неожиданный, конечно. Стрём. Все, да. Ну ладно, ну ладно. Блин, даже называть видео «Неожиданный коготь смерти» нет смысла. Они всегда неожиданны. Только, наверное, если в светящееся море идти. Поселенец, рейдер. Дутень. Ну вот и позанимались. Так... Окей, зачищено. Кафе студенческого городка. Так, ну остается только возвращаться в санчкуаре, потому что мы вообще фуловываем. Фул загруженность. Где мой? О, вообще побитый люто. Окей. 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 Так, ладно, я у тебя хлам заберу. Оружие заберу. 10-миллиметровый тебе не нужен. Ну ладно, хочешь себе один оставь. Кастет. Кастет. Эй, кастет. Ну, лазерным карабином он так нормально орудует. Сюда, 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 сюда. Это я, кстати, еще ни разу не продал вообще никакого оружия. Ну, типа, вообще ничего не продал. Ой, что я забрал? Ладно, пофиг. Что-то забрал. Всегда. После стольких лет всегда. Ой. Выкидной нож вставляем. Это не надо, не надо. Это хороший. Это убираем. Так, одну такую. Гранатки, мины. Почему я раньше минами не пользовался, реально? Блин, вот эта штука крутая. Против каких-нибудь... Ладно, возьмем. Забирай. Забирай. Тесак. Снайперка. В чем ходить? Шахтерская каска. Ладно, пофиг. Это у меня столько весят шмотки. Ого.
Так, антер один. Как-нибудь, если понадобится, продадим просто. Упс, восприятие. Так, ну все равно что-то многовато. Как будто что-то можно... А, ну вот 10-миллиметровый. Дробовик. Ну просто если оно у нас все закончится... Тесак. Не знаю, снайперка тоже интересно попробовать пострелять. Ну ладно, пока что все. Seems good. Чинить мне ничего не надо. Просто, да как бы на него тоже пофиг. Пойдем, он продадим воды. Карла Урна. Обмен. Насколько я выйду в плюс с воды, интересно. Восемьсот крышек. И сейчас я у нее скуплю... так, шпильки, да? Боеприпасы. 10-миллиметровые. Yes. Ядерный блок. Yes. Ядерные батареи. Yes. Заряд плазмы. Да тоже купим. Для гамма-пушки. Покупаем. 308. Такие 38 тоже возьмем. И эти возьмем. Окей. Так, тогда можно еще что ей? Антирадинчика. Да. Пофиг. Бафаут. Винты давай тебе отдадим. Виски готовый, грязную. Жареное мясо болотника так-то неплохо. Жареный яугай. Че еще, ментаты? Все, я в плюсе. Считай, ничего не потерял. Потому что, скорее всего, у меня здесь еще вода есть, да? О, еще 60 воды. Все, отдыхаем вообще. Воу, Престон, ты что творишь? Ладно, на этом пока все. Я вам обещал, ну, мне кажется, вот, чтоб я прям наигрался, ну, будет где-то 150-160 серий. Таких вот минут по 48. Раз мы чисто... Чё мы за эту серию сделали? Я точно помню... Вот зачистили эту больницу. И все. То есть побегали, посортировали хлам. И пошли в больницу. Зачистили ее. И вернулись, посортировали хлам. Геймплей мечты. Еще вот немножко бы выживания. Крафта. Зомби. И все. Точно игра мечты. Кстати, уровень. Блин, следующий уровень у нас будет легендарный. Ну, это не знаю. Так, чё прокачать, блин? Наверное, сопротивляемости урону. Хотя, наверное, я хочу просто быстрее убивать. Ваши тренировки на полигоне не проходят даром. Автоматическое оружие наносит на 20 больше урона. Это 20 уровень, понятно. Вы способны добыть припасы даже на поле боя и находить больше патронов в ящиках. Вы научились искать сокровища пустоши и теперь будете находить больше крышек в ящиках. Грузи ящики, получишь ящики. Тоже прокачать нельзя. А хотелось бы. Так, оружейник, защитите от опасности. Блин, а я не помню, что мне там надо для... Че там хотел... Мне что-то нужно было, типа оружейника. Только я не помню, когда. А, все, вспомнил, да.
Я теперь могу построить турельку. Блять, мне нужен был фанатик оружия. Говно взял. Че я прокачал, подожди. О! Подожди, у меня тут что-то стоял, нет? Мне что-то стояла вот эта штука. Че я прокачал? Я прокачал защитить себя от опасности, пустишь и получить доступ к базовым и первоуровневым модификациям брони. Какие брони? Какая броня? Оружейник. Подожди, мне интересно. Так, у меня есть 2 минуты. Я теперь могу... и наука теперь мне нужна. Бля... Ну это только через уровень, потому что я на 14-м точно хочу брать... этого... Ну, короче, город развивать. Ладно. Это вложение на будущее, так скажем. Все, всем ББ.